конец следующей песни, которая принесла мне невероятную награду. Я ею закончу первое отделение. Возникла в 73-м, да, немножко, значит, раньше. Ну ладно, бог с ней, с хронологией. В 73-м году возникла эта песня, когда Юрий Федорович Корякин, когда он читал всякого рода учебные лекции, по учебной, по-моему, была третья программа телевидения, по ней много было очень хороших учебных передач. И он читал лекции о Достоевском, о декабристах и о Пушкинском лицее. Вот к передаче о Пушкинском лицее мне и Володе Дашкевичу заказал он песню. Напишите песню, как бы, ну, так немножко, ну, в стиле Пушкина, так немножко стилизуя, по крайней мере, под поэтику 19 века, и о лицее. Но так напишите, чтобы это было как-то и о наших временах тоже. И я сочинил этот текст, Володя сочинил эту музыку. Но в передачу это не пошло. Так что это осталось в репертуаре, скажем, Лены Камбуровой, и не только ее. Есть еще несколько певцов, которые любят ее исполнять. Вот эта песенка о Пушкинском лицее 1973 года. Тогда душой беспечной невежды мы жили все и легче, и смелей. На пороге наших дней неизбежно мы встречаем, узнаем и обнимаем наших истинных друзей. Здравствуй, время гордых планов, пылких клятв и долгих встреч. Свято дружеское пламя, свято дружеское пламя, да не просто уберечь, да не просто уберечь, все бы жить, как вон и дни, все бы жить легко и смело, не высчитывать предела для бесстрашья и любви, и подобно лицеистам собираться у огня в октябре багрянолистом, в октябре багрянолистом 19-го дня, а 19-го дня. Но судьба свое возьмет, поимщицки лихо свистнет, все по-своему расчислит, не узнаешь, наперед грянет бешеная вьюга, захохочет серый мрак, и спасти захочешь друга, спасти захочешь друга, да не выдумаешь как, да не выдумаешь как. На дорогах наших дней, в перепутьях общежитий, ты наш друг, ты наш учитель, славный пушкинский лицей под твоей бессмертной сенью. Научиться бы вполне безоглядному веселью, бескорыстному доверию, вольнодумной глубине, вольнодумной глубине. Нашла героя, но несколько позже. Однажды, уже в новейшие времена, когда, значит, награда была таки позже всех предыдущих, да, действительно, это я сочинил повод для награды, а пришла она где-то в 90-е годы, когда развелось по всей Руси Великой вместо школ множество лицеев, колледжей и гимназий. И вот об одном из московских лицеев была статья в «Московской правде», про что не помню решительно, но эпиграф запомнил. Эпиграф был взят из этой песни: «В октябре багрянолистом 19-го дня о Пушкине».